Фьорби. О, Фьорбик прилетел. Ну что вы нам принесли? Мумия. Мумия? Что за мумия? Посмотрим, что за мумия. Из канала ЛНТ. О, это снято. Что-то странный язык. По-моему, по-латышски. Тут Ляпая написано. Да, Ляпая. Земгале. Какой-то странный язык. Не, мы не понимаем по-латышски. Извини, Фёрбик. Вези эту кассету обратно в Латвию. Следующий. Салли. Ого, ну что смотрят в университете монстров? Займемся любовью. Ух ты! Какое странное название. Не детское название. Ну, посмотрим, что там. Телефон еще придумал, уроды. Конечно, деньги пришел. А чем ты такой раньше? Опять болтовня. Не. Это слишком нудный фильм для моих друзей. Вот «Пассажир 57» — это экшен был. Это классно. А тут одна болтовня. Принцесса. О, ну ты наверняка нам какой-нибудь романтический фильм притащил. Я принес, конечно, эту «Крот. Шестой часть». Это разве романтика? «Крот. Шестой часть». Где ты тут видишь романтику? Ну, сейчас посмотрим. А вдруг... О, цветы подарил. Это романтично. Приветствую вас, сюрприз. Иван Егорович Гурин. Вот. Ладно, Бен, оставайся. Мы покажем тебе, что значит классный фильм. По-моему, ты это не понимаешь. Мы тебе покажем, что значит классный фильм. Правильно, ребята? Да! Да, мы все готовы! Следующий. Королева! Вау! Нас почтила королева Англии! Ну, ваше величество, что вы привезли? Нетерпеливый пациент. Это же мультик! Мы не хотим мультиков! Мы сами мультяшки! Мы хотим фильма, экшена! Птички на деревьях начинают петь. Какие птички? Это как настоящая симфония, совершенная и завершенная. Ваше величество! Ваш фильм смотреть мы не будем. Но и только из-за уважения к вам мы вам разрешаем остаться с нами. Посмотреть действительно классный фильм. Следующий. Радость. О, привет, сестричка. Где ты гуляла? Я гуляла по Лас-Вентурасе. Да, и что ты... Опять крот? Я принес кассету «Крот. Пятая часть». А я думала, ты останешься с нами. Пропустите.
Опоздали. Опоздали. Мы опоздали, кто-то успел. Что тут такое? Кстати, ага. Почему Санёк не поехал с нами? Экшен. У него другие дела. Экшен, какие? Ладно, радость, оставайся с нами. О, сколько их много! Вау, сегодня действительно будет классная вечеринка после фильма. Следующий. Так много друзей Лего осталось. Лего-человек с инвалидом креслом. Вау. Ну вы сразу остаетесь с нами. Я принес кассету. Сразу мы вас оставляем с нами. Я принес кассету. Вау. Я принес кассету. Ну? Барышевский стрелок. И какую классную кассету еще и принесла. Да, с инвалидом. Мой человек помогал выбрать кассету и взял я. Ну супер. Огромное вам спасибо. Так что, дорогой, в вашем кругу появится еще один недобиток. Если, конечно, крепко повезет. А если не повезет? Похороним. Ты дум... Да, это Ворошиловский стрелок. Спасибо вам большое. Оставайтесь с нами. И на вечеринку тоже. И последний... Ну и кто у нас последним? Макапака! Вау, Макапака! Давно тебя не видели! Чем занимался? С Игли-Пигли. С Игли-Пигли? Опси-Дейзи. Я принес кассету Wonderland. О, посмотрим, что там за Wonderland. Что там у нас за Wonderland? Фильм Джеймса Кокса. Джеймс Кокс. Вэл Килмер. Вэл Килмер. Кейт Босворт. И Кейт Босворт. Лиза Кудрова. Вау. Джош Лукас. Тим Блейк Джейнсон. Дилан Макдермот. Это точно, действительно, этот фильм. Ты также снимаешь. Кристина Эпплвуд. Вау, круто. Ну ладно, оставляй нам его. Так, сам можешь остаться, Макапака. Вот сколько мне классно. Много друзей осталось. Вау, ну, Маркус Инь, что ты посоветуешь нам с друзьями посмотреть? Ворошиловский стрелок. Ура! Классный фильм! А потом что будем делать? Вечеринку устроим. Вечеринку! Пчелка нам принесла классную кассету с клипами. Следующий будет искатель. Учитель будет Анна-Мария из Revenge of the Island. Смотрите нас.